Всем большой привет! Добро пожаловать на канал. Сегодня видео я хочу поделиться с вами своими находками со свалки, на которой я была в это воскресенье. Если вам это интересно, оставайтесь со мной, и мы начинаем. Поехали! Так, у меня здесь парочку пакетов, которые я хочу вам показать. А на этой неделе не густо, скажем так, но все равно что-то есть. Нашла пачку вот таких вот карточек, на которых написано «Спасибо». А здесь есть вот такая «Спасибо» карточка. Вот такая «Спасибо» карточка. Они с конвертиками. И также парочку вот таких вот карточек, видимо, ручной работы. Она идет вот с таким вот конвертом. Я эти карточки буду использовать для своих покупателей. То есть я хочу написать «Спасибо», что то, чтобы, как сказать, купили вещь у меня в моем магазине. Это очень приятно, кстати. Я когда сама помню, заказываю что-то из вот с таких веб-сайтов, и тебе присылают это в такой красивой упаковке с какими-то вот маленькими открыточками. Так приятно, просто такой кайф. Просто хочется заказать что-то только из упаковки. Ладно, мы поехали дальше. Нашла вот такой вот футляр для очков. Gentle Monster написано. И взяли 13. Такая сумочка, здесь она открывается, туда вы ложите свои очки и вот так вот затягиваете. Такие очки стоят $250 вот этой фирмы. И такой футляр я видела, продают люди за $15-20. Дальше нашла шарф, накидка, как хотите, новая абсолютно от фирмы Vince Camuto. Вот, как называется эта фирма. Видите, здесь оборвана сама этикетка, но есть вот эта штучка. Этот материал называется, опять же, район. Опять я неправильно сказала. Райан. А, вот как она выглядит. Такой большой приятный шарф. Долларов за 70 я видела, похожие выставляют. Но он, видимо, был шелковый, точно не знаю. Вообще, я думаю, долларов за 30 я его выставлю, потому что я хочу от него быстро избавиться. Вот. Нашла вот такую вот мужскую, я так понимаю, сумочку. То есть через плечо она одевается. Внутри здесь еще есть маленький вот такой вот кошелечек от фирмы Tom Beans. Tom Bean. Вот она, эта фирма. Так, внутри всякие разные разделения. Я просто заметила, смотрю, она новая, дай-ка я возьму эту сумочку. И потом начала смотреть, что за фирма, и увидела, что фирма это дорогая. И вот такие вот маленькие, вот самая простая маленькая сумочка, долларов, наверное, 60-70 стоит. Большие такие рюкзаки у него за 100, за $150. Вот, и эта сумка, она абсолютно новая. Посмотрим, долларов за 40 я ее выставлю. Посмотрим, что из этого выйдет. Дальше, следующая вещь, это Armani Exchange, размер small, женская вот такая вот футболка, очень она мне понравилась, очень красивая, необычная. Обычно я Armani Exchange не беру, не знаю, не пробовала даже ее продавать, если честно. Так, что у нас здесь с материалом? Полиэстер, ничего интересного. Вот такую спортивную маечку я нашла, вот как она выглядит. То есть там внутри получается workout bra, и сверху вот такая вот майка. А сзади она вот выглядит так. Вот лого. Это в первый раз такую фирму я нашла. Сейчас скажу, она очень качественная. Фирма называется Prana. И такие майки наравне с Lululemon, если честно, продаются по цене. Я ее выставлю за $30, за 35, так же, как и Lululemon, то, что я показывала в прошлых своих находках. Покажу позже, давайте сначала посмотрим. Нашла новые вешалки, 4 штуки, и здесь написано Boss Lady. Вот именно из-за этого мне не понравились, из-за этого я решила их взять. Дальше здесь у меня вот такие вот крутые штаны от Urban Outfitters, размер medium. Они, мне кажется, мужские. Мужские такие подштанники, для женские они слишком большие для медиума. Вот такой крутой расцветки необычный.
Что здесь? Вот эту вещь я нашла, когда я заходила в магазин, она просто так лежала, валялась на полу. Это, видимо, одевается на шею. Вот такая вот красивая штучка одевается вам на шею. Здесь какой-то металл, не знаю, может быть, она какая-то и ценная, эта штучка, может быть, она какая-то фирменная, но я не вижу ни фирмы, ни названия, ничего. Но она выглядит очень классно, мне она понравилась. Тем более, что я просто так нашла, она валялась. А дальше нашла вот эту вот серебряную тарелочку. Я думаю, что она серебряная. Я пока не могу найти, что за тарелочка, сколько, когда и так далее. Вот здесь есть сзади какой-то штамп, но он настолько мелкий, его очень-очень тяжело рассмотреть. Там написано FR. В общем, непонятно, какие-то буквы и какая-то эмблема. Я сделала фотографию, мне высветились разные серебряные тарелки. Такие мелкие от $200 и выше, там есть такие тарелки чуть ли не по $1000. Поэтому я не знаю, мне нужно узнать, что за тарелочка и за сколько такая идет. И они в основном такие, знаете, из Марокко, какие-то такие вот, из восточных стран, какие-то винтажные старые тарелки. Так, что у меня еще в этом мешке есть? В этом мешке у меня также есть вот такая вот майка. Майка-сетка, фирму я такой не знаю, просто она мне тоже понравилась, написано Iris Los Angeles, размер medium, это пляжная вот такая вот майка, просто простая белая маечка, которая одевается сверху, я думаю, долларов за 15 я попробую продать. Так, что еще? У меня там две сумки огромные с косметичками. Я нашла косметички абсолютно новые. Я хочу их показать вам в конце. Сначала хочу показать все вещи. Дальше вот такая вещь. Я думала, что это одна фирма, но оказалась совсем другая. В общем, Everlast. Это мужская вот такая спортивная, не спортивная, футболка. Новая с этикеткой, $30 стоила. Я взяла ее, но я думала, что это совершенно другая фирма. Поэтому я ее взяла. За $15 я ее выставлю. Дальше, вот это вот моя новая знакомая, которая мне передала вот эту вот майку, кофту с таким моряцким значком. И фирма Follett, я не знаю. Размеры я тоже нигде не вижу. В общем, летняя такая маечка, футболочка. Даже не знаю, что же сейчас с ней делать. Вот такая пинк собачка. Собачка пинк. Они стоят $10. Я тоже взяла, она прикольная. Что у меня здесь? Вот эту футболку я возьму себе. Для себя я взяла. Это фирма пинк. Она вот такая вот тай-дай. В стиле тай-дай. Этот размер small, но она, вы видите, совсем не small. Я не знаю, как Victoria's Secret Pink делает размеры. Значит, один размер small у них такой огромный, как large, extra large, другой small у них как small. То есть их не понять, нам их не понять. Эту футболку я оставляю себе. Она, знаете, будет даже что она small, она будет на мне свободной. Это, скорее всего, что как, наверное, обычный large, либо extra large. Две пары обуви сегодня я нашла. От фирмы Sperry. Они не такие дорогие, но все равно я их взяла. Они в отличном состоянии. Вот такие вот летние босоножечки. Вот как они выглядят. Вот как называется фирма. Я думаю, долларов за 25 я их выставлю. Пока лето не закончилось. И еще вторая пара обуви. Тоже такой же фирмы. Вот на такой интересной подошве они. Они, мне кажется, такие удобные, такие тапки. Что за размер? 8.5. 8.5. Вот как они выглядят. Такие они, можно сказать, страшненькие, но я уверена, что они очень удобные. Они выглядят удобные, посмотрите на это. Следующая вещь – это Crystal d'Arcueuse Paris. В общем, это вещь из Парижа. Я даже не знаю, что это.
подставка какая-то с одной стороны, с другой стороны. В общем, такую вещь продаю за $30. Я тоже ее выставлю за $30. А нашла я сегодня хэнд-санитайзер, такую огромную бутыль за $1. Она у меня осталась в машине, я ее с собой в машине оставляю. Так, а теперь я буду вам показывать вот эти две огромные сумки, которые у меня забиты косметичками. Здесь у меня очень много Lancome, Estée Lauder. И у меня есть вот такие косметички. Это самое крутое, наверное, что я нашла. Это Lily Pulitzer for Estée Lauder. Вот такая вот косметичка. Такие косметички просто простые, без всего. Их продают за $15. У меня таких 5 штук. Я их выставлю за $15. За 12 продам. Дальше. Это Estée Lauder. Вот такая штучка. Остальное, я думаю, за 10 выставлю. За 10. Вот такая. Это Clinique. Клиник, может быть, я как-то вместе сделаю, потому что она такая одна неважная, скажем так. Это тоже клиник. Это, видимо, косметички, которые раздаются, по идее, бесплатно. Кто-то их просто выбросил. Еще две Lily Pulitzer. Вот эту $15 у меня будет стоить. Дальше клиник, она вот такая более, так сказать, большая. Понимаете, как она выглядит. В общем, это тоже у меня за $10 будет. Еще две такие же. У меня здесь сумок, наверное, ну 30, наверное, есть. Поэтому, если даже каждую по 10 выставить, это я уже наварюсь. Нормально. Маленький кошелечек от фирмы Clinique. Clinique, я не знаю, если у вас нет, у нас она продается. Это в основном это средство для ухода за кожей. У Macy's они продаются. А вот такая Estée Lauder косметичка. $10. Следующая Milly по Clinique. $10. Еще одна Milly for Clinique, тоже $10. Estée Lauder, вот такие у меня еще здесь две штучки внутри. Вот это непонятно вообще что. Вот парочку таких. Это Clinique одна и вторая. Можно их прям даже вместе выставить. Вот такая сумочка, косметичка тоже от Estée Lauder. Дальше. Еще одна. Вот здесь вот такие две крутые косметички у меня от фирмы Clinique. Я их выставлю за $15. Я видела, что люди их выставляют за 15 и больше. То есть она с яблочками, открываете, а внутри у вас вот такая еще маленькая косметичка в виде яблока. И здесь написано Clinique. Вот это красная. И такая же у меня есть зеленая с зеленым яблочком внутри. Очень, очень красивая. В общем, вот эти две, каждая будет за $15. Кому интересно, за сколько я буду их выставлять. Те мелкие будут по $10, какие-то я выставлю вместе, возможно, за $15. Так, что это у нас? Estée Lauder, $10. Снова Estée Lauder. Таких у меня уже 5 я насчитала, да? Это у нас Trina Turk for Clinique. Хорошее качество у нас косметичка. $10. Маленький кошелечек от Clinique. Я ее, возможно... О, вот! Вот так мы вместе сделаем, да? Они похожи чем-то. 15. Теперь 15. Следующее. Это у нас тоже Clinique. Опять Estée Lauder такой же. Это, я так понимаю, что Clinique. Я такую с чем-то нужно выставлять, она такая слишком. Еще одна Lily Pulitzer. Lily Pulitzer. И еще две Estée Lauder. Я собрала все, что там было. Так, это у нас Estée Lauder. Такая вот косметичка с замочком. И еще здесь у меня 5 вот таких вот сумок. От фирмы Clinique. Они выглядят вот так вот. Такая сумка. Достаточно объемная. Clinique. Я выставлю их тоже новые. 5 штук. У меня здесь 1, 2, 3, 6. 6 штук по $10 каждую. И последняя вещь, которую я хочу вам сегодня показать, которую я нашла. Это вот такая вот сумка с морскими черепашками. От фирмы
Andres Tachira. Andres Tachira. Вот она как выглядит. А здесь вот такая вот штучка. Это, видимо, их лого. Веб-сайт в виде черепашки. Такую сумочку продаются там за $40 и больше. Ну, я выставлю долларов за 30. Внутри есть еще один карманчик. Здесь вот их лого. И также внутри вот здесь в этой сумке. Она новая сумка, это, кстати, если что. Валялась вот такая вот сетка. Помните, раньше были такие сетки? Ходить в магазин. Вот. И здесь валялась как раз таки такая сетка. Написано Eco Bag Product Incorporation. 100% натуральный хлопок. Вот такая вот сетка. Вот такая вот сетка. Ходить за молоком. Вот такие у меня сегодня находки. Все эти вещи, косметички, я буду выставлять на всех своих магазинах, на Меркарии, на Пошмарке, на eBay. Ну, скорее всего, что первое, где я выставлю, это на Меркарии, потому что на Меркарии вот такое идет быстрее всего. Оставляю вам ссылки под этим видео. Если вам интересно, заходите, переходите, смотрите, что там есть у меня в магазине. Может быть, кому-то интересна такая скидка. Не скидка, такая, такие сумочки будут интересны. Вот и все. Я думаю, что это все, что я хотела вам сегодня показать. Огромное спасибо вам за то, что вы провели эти 17 минут вместе со мной. И мы с вами увидимся уже в следующем видео. Пока-пока.